рассмотрим трехэлементное множество, а именно множество числа 1, 2, 3. Его можно переставить следующим образом. Написать 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 и 3, 2, 1. Вот все существующие на свете перестановки множества, состоящего из трех элементов. 6 штук. Если бы элементов было 4, то, соответственно, было бы 24 перестановки. Я сейчас рассмотрю задачу, которая на первый взгляд вообще ничего общего с этим не имеет. Однако выяснится, что она именно об этом. Задача. В некотором языке всего две буквы А и Б. Известно, что если вы в любое место впишете рядом две буквы А, или из любого места вычеркните две рядом расположенные буквы А, то ничего не изменится в значении слова. То же самое. В любое место можно вписать, и из любого места можно вычеркнуть две буквы Б. Давайте пустое слово я буду обозначать перечеркнутым кружочком. И еще есть одно правило. Можно подряд идущие буквы А, Б, А заменять на подряд идущие буквы Б, А, Б. И наоборот. Ну, давайте я покажу пример преобразования. Скажем, если нам дали слово «абба», известно, что это такое. Это то же самое, что «аа», потому что мы можем две буквы «б» стереть. А это то же самое, что пустое слово. Значит, слово «абба» в нашем языке означает то же самое, что и отсутствие каких бы то ни было букв. Теперь вопрос. Скажите, сколько при таких правилах может быть разных по значению слов? Ну, конечно, вы скажете, что может быть в этом языке вообще все слова обозначают одно и то же. Может быть. Но мы сейчас не говорим о том, что островитяне могли бы договориться, что вообще все, что они не говорят, это в смысле все время один и тот же. Нет, это было слишком. А мы говорим так. Какие слова по этим правилам обязаны совпадать? Да, обязаны иметь одно и то же значение. А какие нет? То есть, какое максимальное количество смыслов может передать этот язык? Или, может быть, действительно все слова означают одно и то же? Мы должны выяснить, какие бывают по существу разные слова в этом языке. Но для начала давайте ограничим сверху. Значит, имеется некоторый язык, в котором всего две буквы. В любое место можно вписать рядом две буквы А, и из любого места можно вычеркнуть. То же самое, в любое место можно вписать две буквы Б, и из любого места вычеркнуть. И еще известно, что АБА это то же самое, что БАБ. Вопрос, сколько при таких правилах максимально может быть разных значений слов в этом языке? 4 я нашел. Диктуйте ваши слова. А. А. Дальше. Б. Дальше. А, Б. И, Б, А. Еще кто? Аба. Аба. А еще? Б, 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 тоже. Нет, ребята, вы начали, вы забыли самое простое. Ничего. Конечно. В любом языке есть такая вещь, что А, он промолчал. Видите, это... Иногда это бывает важнее всего остального. Так что 6 вы нашли. Аба. Давайте объясню. Если
АБ, то мы можем, посмотрите, что сделать. Это заменить на АБА. Получится так, АБА, АА убираем, получается БА. Так вот, ребят, вот у нас есть 6 слов. Сейчас мы должны доказать две теоремы. Первое. Любое из слов нашего языка имеет одно из этих 6 значений. То есть других значений не бывает. Первая теорема. Других смыслов не бывает. Вот. И вторая теорема. Они разные. Я сразу тут вам скажу, первое доказать довольно легко, а вот вторая теорема, она интересна. Почему первое легко доказать? Потому что, когда вы берете любое слово, то вот это очень простое правило, оно и там что позволяет говорить, что как только у нас есть рядышком две буквы А или две буквы Б, то мы их что можем сделать? Вычеркнуть. Поэтому, если нам дали какое-то длинное слово, и у него некоторый новый смысл, отличающийся от вот этих 6, то там не имеют права рядом встречаться буквы А. И не могут рядом встречаться буквы Б. Правильно? А дальше очень простая мысль. Кстати, вы уже начали это объяснять. АБ мы умеем сокращать до двух букв БА. Поэтому так не бывает. И если мне дадут БА, то то же самое. Я могу заменить это на АБА, и получится АБ. Значит, и такое четырехбуквенное слово мы можем сократить до одного из наших. Согласны? Первая теорема доказана? Доказана. Теперь вторая. Они разные. Да? Например, возьмем АБ. Да. Мы не можем добавить никаких букв к АБ. Не можем его сократить, потому что АБ это две разные буквы, не одинаковые друг которые. Маленькая проблема. Это мы за один раз не можем. А представьте себе, что мы к одному слову приписали, потом воспользовались АБА равно БАБ, потом еще раз приписали, потом еще раз. И так делали 1000 лет. А потом посмотрели и еще 5000 лет тем же самым позанимались. Можете ли вы объяснить, в таком случае получится или нет? Боюсь, что не сможете. Вам нужно понять, что будет общего у всех слов. Цепочка пошла, вначале это было. Представьте, как доказать, что А не равно Б? Взяли А, потом стали писать, расписывать. И в некоторый момент вы потеряете контроль, вы же не поймете. Там будут 1000 букв. Понимаете? Не понимаю. Я не знаю, что делать. Так, хорошо. Вы можете хотя бы доказать, что буква А и пустое слово – это разные вещи? Как? А и пустое слово — это разные вещи, так как... Разные смыслы. Разные смыслы, так как... А одна буква. Да. Одна единственная буква. А если у нас бы был никакой смысл, то там как минимум должно стоять было две буквы. Почему? Это сейчас. Вы смотрите, у нас вначале одна буква, потом мы припишем, ну а потом оно сократится, и в том числе и буква тут много чего сократится. Как хотя бы про какие-то из тех 6 слов доказать, что у них разные значения? Я вам не зря показал на пустое слово и букву А. Дело в том, что у всех наших преобразований есть одно важное свойство.
есть какой-то инвариант, который легко отличает пустое слово и все, что из него можно получить, от буквы А и всего, что из нее можно получить. Да? Четность букв. Совершенно верно. Четность, количество букв при наших преобразованиях не меняется. Почему? Потому что три буквы здесь и ровно столько же букв здесь. Значит, это равенство никак не... Применение такого, этого равенства не влияет на количество букв. А здесь количество букв либо увеличивается на три, либо на две уменьшается. Если мы вписываем, то на две прибавляем буквы. Если вычеркиваем, то уменьшаем на две буквы. Значит, четность количества букв сохраняется. Четность количества букв сохраняется. Ну, что это означает? Что у нас есть пустое слово АБ, БА отдельно. И отдельно вот эти три слова. А, Б и А, Б, А. Никакое из этих слов при помощи наших преобразований не может быть переведено ни в какое из этих. А внутри. Почему А не равно Б? Почему у нас Б не равно А, Б, А? Непонятно. Я не зря написал там перестановки на трех элементах. Это была подсказка. Если бы ее не было, у вас действительно никаких шансов решить задачу бы не было. Но можно сообразить. Равносторонний треугольник, вершины которого помечены цифрами 1, 2, 3. И давайте будем делать так. Буква А будет менять между собой эти две вершины, а третью будет оставлять на месте. Буква А – это осевая симметрия, вот такая. Б будет менять между собой треугольник вот так. Поняли смысл? Отлично. Тогда смотрите, что у нас будет. Если в начале мы с вами давайте договоримся, что единица стоит на этом месте, двойка на этом, а тройка на этом, ну а дальше уже будем крутить эту, ну как получится, то смотрим, что здесь. Значит, вот у нас есть пустое слово. Самое пустое слово означает, что мы ничего не делали. Как они стояли на своих местах 1, 2, 3, значит, пустое слово, естественно, соответствует вот именно этой ситуации. Пустое слово, значит, 1 на месте, где стоит 1, 2 на месте, где стоит 2, 3 на месте, где стоит 3. Дальше, что такое буква А? Это значит, что поменялись местами единица и двойка. Вот это буква. 2, 1, 3. Там, где была единица, стала двойка. Там, где была двойка, стала единица. Что такое буква Б? Поменялись местами двойка и тройка. Значит, единица на месте, а двойка и тройка поменялись местами. Дальше интереснее. Давайте поймем, почему очевидным образом АА это то же самое, что ничего не делать. Да потому что, когда вы берете прямую, делаете осевую симметрию, и затем опять делаете осевую симметрию, то просто все возвращается в исходное положение. Согласны? Теперь, почему ББ это то же самое, что ничего не делать? А потому что другая осевая симметрия ничем не хуже, не лучше. Вообще есть такое слово инволюция. Инволюция – это преобразование, которое, если его выполнишь два раза, все вернется
в исходное состояние. Так вот, любая осевая симметрия, как, кстати, и центральная тоже, это инволюция. Дважды выполненная дает прежний результат. Отлично. Теперь давайте думать, что происходит, если мы выполняем преобразование АВ. Ну, просто я предлагаю посмотреть на картинке. Преобразование АВ, примененное к числу 1. Что дает? Значит, B, примененное к числу 1, дает единицу. Отлично. Это будет то же самое, что A от единицы. A, примененное к единице, дает нам двойку. Отлично. А дальше. Что такое AB от двойки? Так, B от двойки – это тройка. Значит, это будет то же самое, что A от тройки. А A от тройки – это тройка. И, наконец, третья строчка. АВ от тройки. Значит, В от тройки – это двойка. Значит, это будет то же самое, что А от двойки. Так, А от двойки, господа, это единица. Получается 2, 3, 1. 2, 3, 1 – это преобразование АВ. Очень хорошо. Теперь нужно также бодро разобраться с преобразованием БА. Так. Я, наверное, вот в этом месте напишу. Значит, итак, что у нас есть BA? От единицы, от двойки и от тройки. Поехали. А от единицы – это двойка. Значит, теперь будет B от двойки. B от двойки – это тройка. Так, А от двойки – это единица. B от единицы – это единица. А от трех – это тройка. B от трех – это двойка. Так вот, значит, 3, 1, 2. Это получилось BA. Ну, мне осталось выполнить последнее вычисление. На самом деле, даже два вычисления. Мне осталось вычислить ABA и BAB. Давайте посмотрим. На самом деле, конечно, вы можете и сами это сделать. Так, и АБА от тройки, и БАБ от тройки. Смотрите, А от единицы – это у нас двойка, поэтому это получается АБ от двойки. Б от двойки – это тройка, поэтому это получается А от трех. А от трех – это тройка. Так, БАБ. Это будет БА от единицы, потому что Б от единицы – это единица. А от единицы – это двойка, поэтому у нас получается Б от двух. А Б от двух – это… Что? Так не бывает. А нет, наоборот, бывает. Наоборот, бывает. У меня получилась тройка. Это то, чего я хотел. Я просто испугался, что получилось то же самое число, но на самом деле действительно должно получиться то же самое число, потому что АБА – это же БАБ. Так, теперь здесь смотрим. Это АБ, так, А от двойки – это единица, от единицы. Б от единицы – это у нас один, получается, что это А от одного, а А от одного – это двойка. Отлично. БАБ – это БА. Так, B от 2 это 3. BA от 3. Так, A от 3 это тройка. B от 3 это двойка. Так, и последние две строчки. A от 3 это 3, поэтому получается AB от тройки. B от 3 это 2, поэтому получается A от 2. И, наконец, A от 2 это единица. Я сейчас честно делаю вид, что мне это сложно вычислить, да? На самом деле, разумеется, я прекрасно помню ответ, да и вы, наверное, догадались. Ответ будет, конечно, вот этот. Ответ будет, конечно, вот этот. А, Б, А – это Б, А, Б. И
Ну, осталось просто убедиться. Просто очень важно понимать, что, что это правда. Никаких проблем с этим вычислением нет. Это значит будет b от единицы, а b от единицы это единица. Вот. Мы сейчас доказали, заметьте, очень привычный для школьника способ. Потому что, конечно, все, кто занимались олимпиадными задачами, привыкли, что инвариант бывает четность, бывает там количество чего-нибудь, да? Но в данном случае роль инварианта выполняет движение плоскости. То есть для того, чтобы решить задачу о словах А и Б, мы рассмотрели равносторонний треугольник и подвергли его операциям. Договорились, что буква А будет переворачивать его таким образом, а буква Б таким образом. Согласитесь, что это неожиданно, правда? Вот. И я вам скажу так, никакого по существу другого способа решения этой задачи нет. Потому что, заметьте, здесь забавная ситуация. Здесь АВ это не то же самое, что БА. Поэтому нам важно, чтобы эти операции, вообще композиция двух осевых симметрий, это поворот на удвоенный угол между их осями. В данном случае это поворот на 120 градусов. В одном порядке вы берете А и Б, получается поворот на 120 градусов, скажем, против часовой стрелки, а в другом это будет поворот, вот посмотрите здесь, А, Б, 2, 3, 1, значит единица переходит в двойку, двойка в тройку, тройка в единицу. Это поворот по часовой стрелке. А, Б, А, единица в тройку, тройка в двойку, двойка, это поворот против часовой стрелки. Таким образом, задача о словах и буквах А и Б нами полностью решена. Выяснилось, что слов 6 штук с разным значением. Более того, задача решена действительно до конца. То есть вы доказали, что любое из слов означает один из этих 6 смыслов, и доказали, что эти смыслы разные. То есть из данных в задаче условий не следует, что эти слова одинаковые, потому что перестановки, они разные. Сейчас давайте я расскажу вам задачу с Московской городской олимпиады. Ну, хотя, пожалуй, она скорее из науки математической, да и это тоже. На ту же самую тему, мне кажется, она даже немножко попроще, чем это. Про синие и красные фишки. 1993 год, восьмиклассники на Московской олимпиаде решали такую задачу. На прямой расположены фишки. Некоторые из них красного цвета, некоторые из них синие. Никаких других фишек нет. Разрешено в любое место вписать две рядом расположенные, вставить две рядом расположенные фишки одного цвета. Разрешено в любом месте убрать две рядом расположенные фишки одного цвета. Ну, давайте пример. Скажем, если была у меня красная фишка, то может быть так. Красная, синяя, синяя. Потом мы можем так сделать. Скажем, красная, синяя, красная, красная, синяя. Потом мы можем, например, сюда добавить красная, красная, красная. Поняли идею? Потом можно будет каким-нибудь фишки убрать и так далее, и так далее. Задача. Докажите, что если в начале были красная и синяя фишки, где красная располагалась левее, чем синяя, то сколько таких преобразований не сделали,
нельзя поменять их местами. Повторяем, напрямую. Есть в начале красная и синяя фишки. Красная левее, чем синяя. Разрешено, куда хочешь, вставлять две фишки, рядом расположенные одного цвета. И из любого места, наоборот, изымать. Требуется доказать, что никогда таким образом нельзя получить ситуацию, где синие и красные фишки наоборот расположены. Поменялись местами. Что вы это не можете сделать им задачу? Сколько не добавляют фишек с любой стороны, скажем, синих или красных, то с этой стороны от красной фишки будет не черное количество синих, а вычитать можно только по черному. И сколько из нечерного не вычитать черное, все равно остается одна фишка. То есть эту одну фишку отсюда убрать никак нельзя. И также и с этой фишкой. То есть, даже если сюда переставить четное количество фишек, то здесь нельзя получить одну, а здесь нельзя получить ноль. Ну, нам, в принципе, достаточно одного решения, два нам решения не надо задачи. Забавная идея. То есть мы берем красную фишку и говорим, что в начале справа от нее одна синяя. И так навсегда и будет, да? Да или нет? Да, переставить не получится. Так навсегда и будет. Замечательно. А что будет, если это красная фишка? К ней подстроится другая красная фишка. Так можно ставить по две. Да, по две. И они уничтожатся. И этих двух красных фишек не станет. Ну, да. Что-что? Ну, то можно сократить все фишки. Ну, как бы убрать Почему? Все Нет. фишки. Что, подстроились две красные фишки, и эти две красные уничтожились. Но останется другая. Да, останется одна. Фишка, будет Какая другая? Красная. По-любому, если добавить две или больше, то уничтожить эти две. То есть вы хотите сказать следующее, что если к вам подошли две красные фишки и вас убили, то вы по наследству передаете свое право, да? Нет, вот одна. Этой фишке. Одна красная фишка остается, и она остается. Ну, да, я и говорю, да. То есть была красная фишка. Дело в том, что у нас красные фишки, они бывают разные, да? Бывает красная фишка, которая была в самом начале, и относительно нее мы все считаем. А бывают красные фишечки, которые просто взяли и поставили две красные фишечки. Это не красные фишечки, да? Нет, это так себе. Вот, да. Бывает такая главная красная фишка. Так вот, эта главная красная фишка, это наше такое главное красное знамя, да? Оно будет передавать свои права. Так? То есть, смотрите, к ней подстроились две просто так красные фишки. Одна из них с ней прореагировала, значит, они погибли две, но зато, значит, это знамя красное перешло той третьей, да? Замечательно, на секунду. Что будет, если за секунду до этого ту третью подстроившуюся еще две красные фишки уже тоже убили? Тогда нужно передавать, значит, наследство. Нет, вообще в юридической науке это все есть. То есть любимое занятие юристов — это решать ребус о том, что будет, если человек завещал тому, который успел умереть, написав завещание тому, а про того написали то, и так далее, и так далее. И в конце получается, что все равно все надо сюда складывать. Вот. Но разговор сейчас не о юристах, а о том, что вы, очевидно, не справитесь с этой задачей о наследстве. Понимаете? Понять, кому там принадлежит звание самой красной фишки, ну, явно невозможно, да? Ну, я сделала решение такое, как было в предыдущей задаче. То есть, да. Заставить треугольник. Более того,
На самом деле ее даже не надо решать. Господа, вспомните, пожалуйста, какие соотношения на буквы К и С. К умножить на К это то же самое, что С умножить на С, это то же самое, что ничего не делать. Правильно? А у нас там было еще третье соотношение. Так его здесь просто нет. Эта задача, это просто кусочек той задачи. То есть вы абсолютно правильно хотели сейчас нарисовать правильный треугольник, и так здесь написать букву К, а здесь букву С, правильно? Да. Но это даже делать не надо. Потому что... Мы уже доказали, что это разное. А, Б и Б, А разные. Было? Ребята, все, спасибо, смотрите, молодец, что догадался. То есть я вам фактически дал прежнюю задачу, только что решенную, только отбросил часть ее условий. От этого она стала, разумеется, только легче. Значит, ребят, объясняю, почему она была на Олимпиаде. Потому что есть очень много решений, вот именно у этой задачи про красное и синее, которые не сводятся к рассмотрению правильного треугольника. Вот если есть это соотношение АБА равно БАБ, тогда только так. Если же его нет, то имеется много разных способов решения. Давайте я вам одно из них расскажу. Давайте, например, так. Договоримся, что буква К означает следующее. Заменить x на 1 минус x. Понятно, о чем я говорю или нет? Это операция, которая выполняется над всей прямой. Операция очень простая. 0 заменяется на 1, 1 заменяется на 0, и... Ну, вот здесь у нас есть прямая, здесь число 0, здесь число 1, то у нас вот этот луч заменяется на этот, этот отрезок. Это на самом деле симметрия относительно точки 1/2. 1/2 при этом преобразовании переходит сама в себя. Вот. А буква S, это пусть будет вот что такое. Когда x заменяется на минус x. Теперь давайте сообразим, что значит КС от Х и что значит КС, СК от того же самого Х. Очень просто. С от Х это минус Х. Это значит будет К от минус Х. А что такое К? Это надо из единицы вычесть. Проще говоря, это будет 1 плюс x. Теперь проверяем это. Это будет s, так, k от x это 1 минус x. Вот так вот. То есть минус 1 минус x, то есть x минус 1. Господа, а это ведь разные вещи. В одном случае к числу x добавляется единица. В другом случае единица из числа x вычитается. Согласны? Ну, у этой задачи про красные и синие фишки есть и такие более традиционные решения. А именно с подсчетом этих самых количеств. То есть так, как хотел Валентин, только немножко поумнее, хорошо? У вас там надо было какое-то наследство оставлять кому-то, а я сейчас расскажу без всяких наследств. Значит, смотрите, когда вам дают цепочку букв, КТС, К, то вы можете сделать такое простое вычисление. Давайте я напишу. Четность. Ну, то есть, четное или нечетное? Количество пар букв S и K, где S левее
чем-ка. Объясняю на каком-нибудь конкретном примере. Подиктуйте мне буквы. С-К. Так, отлично. Что такое пара букв, где С левее, чем К? Вот одна пара букв. Вот вторая пара букв. И третья. Три пары букв. Согласны? В данном случае ответ нечетное количество. Так, теперь у нас в начале, как там было, СК или КС? КС. В начале было КС, а в конце должно было быть СК. Господа, давайте посмотрим. С левее, чем К, здесь в одном случае. А здесь такого вообще не бывает. Здесь ноль. Значит, здесь в начале было четное количество, а в конце оно должно стать нечетным. Теперь вопрос. Почему эта величина действительно является инвариантом? Почему, когда мы вставляем две буквы, или когда мы вычеркиваем две буквы, почему эта штука не меняет свою четность? По-моему, потому что, представьте себе, я сюда беру и вставляю, например, две буквы К. Вы прекрасно понимаете, что тогда добавляются, каждая буква С добавляет по две. Согласны? Вот. Если я, наоборот, вычеркну две буквы К, соответственно, тоже они будут с каждой из левее расположенных буквы С тоже по две вычеркиваться. Ну вот и все. Вначале было четное количество, а нечетным оно стать не могло, потому что четность при операциях не меняется. Вот. Вот. Нельзя ли как-нибудь еще рассказать об этой задаче? Можно? Для этого мне потребуется большой квадрат. Потребно большой квадрат. И линия. Одна будет красная. Другая. Ребята, извините, я сегодня синий мел забыл, желтая. Поэтому она будет желтая. Начинается в другом углу. Я сейчас немножко жульничаю. Поняли идею? Одна начинается, красная линия начинается в левом верхнем, заканчивается в правом нижнем. А желтая линия начинается в правом верхнем, заканчивается в левом нижнем. Так вот, представьте себе, что это непроизвольные непрерывные линии. Дело в том, что с непрерывными линиями вам сейчас просто не справиться. Вы еще не учили математический анализ, поэтому просто само понятие непрерывная линия для вас, в общем, вещь вполне абсолютно непонятная. Но давайте пусть это будет ломами, да? Я просто представьте, что здесь маленькие-маленькие отрезочки, вот, и две ломаные, одна соединяет противоположные углы квадрата, другая соединяет два других противоположных угла. Вопрос. Почему они обязательно должны пересечься? То есть вы, конечно, прекрасно понимаете, что они обязательно пересекутся. Но вопрос, как это доказать строго, да? Возьмем самые короткие линии. Самые короткие линии – это когда идет по диагонали. Давай. Каждая линия будет идти по диагонали, потому что если бы у нас эти линии были самые короткие, то конечно пересеклись бы, да. По диагонали. Да. И они всегда будут. Почему? Я вам рисовал, когда не по диагонали.
Правда, здесь все равно почему-то им приходится пересечься. Но, может быть, это я плохо старался? Надо было как-то лучше запутать. Почему? Смотрите, потому вы не поняли. У вас нет аргумента. Да. Ну, как бы линия, она ограничивает Ограничивает что? Вы покажите. Какая линия что ограничивает? Ну, вот эта красная линия, она не дает как бы желтой линии пройти сюда, она ограничивает вторую половину. А что такое вторая половина и что такое первая половина? Как строго объяснить, что такое вторая половина и что такое первая? Я вас не понимаю сейчас абсолютно, поскольку, что значит вторая половина? Идея правильная. Эта линия является в каком-то смысле границей между двумя областями. Но как это сказать строго? На самом деле вам нужна сейчас... Так называемая теорема Жордана. Она вот что гласит. Если у нас есть произвольная, так, ребята, это имеется в виду ломаная, потому что, повторяю, мы ничего кроме ломаной пока не знаем, и для ломаной это доказывать в 100 раз легче. Но рисовать я буду все равно линию, чтобы было понятнее. Так вот, если у нас имеется произвольная, замкнутая, не самопересекающаяся ломаная, то она делит плоскость на две части. Эти части обладают следующими свойствами. Из одной нельзя попасть в другую, не пересекая нашу линию. Понятно? Любой человек понимает, что это верное утверждение. Потому что если берешь и режешь ножом, и дошел до той точки, с которой начинал, то, естественно, на плоскости у нас впервые эту теорему всерьез обсуждал Жордан, математик, замечательный в 19 веке. Вот. Она, разумеется, строго доказана. Более того, для ломаных эту теорему даже мы с вами сможем доказать. Да? Это несложно. Для ломаной это доказать несложно, это мы сегодня с вами сделаем. Но оказывается, эту задачу можно решить без теоремы Жордана. Ну, как с теоремой Жордана, надеюсь, все понимают, да? Надо было просто сказать, что мы проведем вот так вот красные отрезки, и после этого в качестве вот той ломаной берем эту. Согласны? Тогда, ну, точку чуть-чуть передвинуть сюда, тогда получается, что эта точка лежит внутри, а та точка, тот конец лежал вне. Значит, чтобы попасть извне внутрь, надо обязательно пересечь. Так что с теоремой Жордана эта теорема, вот это утверждение доказывается очень легко. Отлично. Но, господа, мы его с вами можем доказать и без теоремы Жордана. Более того, я это вам сегодня уже рассказал. Ну неужели проблема вся только в том, что я забыл синий кусок мела? А? Что представить себе, что вот эта линия синяя, неужели это? Блины когда-нибудь ели? Да. Ну все, тогда ничего вам в жизни не страшно. Если вы когда-то ели блины, то вы знаете, ну нет, блины только не моего изготовления. Когда я пеку блины, то я обычно беру просто спокойно. Выливаю, получается, вот такой толщины один блин, и все, да, чтобы не мучиться. Нет, а блины это такого женского изготовления. То есть, когда там, понятно, да, тонкие-тонкие, и зато их много-много. И долго-долго жарить. Вот. Смотрите. Непонятно? Стоп, блин, конечно. Посмотрим, будем резать.
Резать горизонтально, многими-многими линиями. Посмотрим, что у нас будет вверху. Почему? Красная синяя, и синяя, а внизу синий-красная. Вы, конечно, мне скажете, что возможен такой вариант. У нас здесь отрезок можно взять и пройти горизонтально, и это не будет соответствовать нашей задаче. Потому что у нас никаких отрезков из красного не было. У нас были только, понятно, да? Возможные отдельные точки. А я вам отвечу, что можно любой такой отрезочек чуть-чуть приподнять или, понимаете, да? Чуть-чуть наклонить. Как говорят, можно рассматривать ломанные общего положения. То есть, если случайно у него оказался какой-то горизонтальный отрезок, то мы... не меняя наличие пересечения, потому что если ломаны не пересекаются, то от того, что на какой-то микрон одну из них сдвинешь, они не начнут пересекаться. Понимаете? Не меняя наличие или отсутствие пересечения, мы чуть-чуть пошевелим, и в результате у наших этих ломанов не будет никаких горизонтальных отрезков. А теперь смотрите, в чем замечательная идея. Когда мы идем, вот сначала у нас одна красная, одна желтая, красная-желтая. В некоторый момент мы, вот смотрите, когда натыкаемся на вот такой вот желтый горбик, то у нас появляются две желтые, ну или там в предыдущих терминах, синие точки. Согласны? Да. Вы, конечно, опять скажете, что а в этот момент была одна. А я вам отвечу, а такие моменты не надо рассматривать. Их всего конечное число моментов, и давайте на них не смотреть. А давайте будем смотреть именно на моменты общего положения. То есть, понимаете, вот это называется момент рождения двух синих точек. Ну, в данном случае желтых. Понятно? Значит, когда вы будете двигать, вот мысленно, посмотрите, вот здесь вот налетаем, появляются две красные точки. Здесь появляются две желтые точки. Понимаете? Задача о красных и синих точках на Московской Олимпиаде была дана не просто так. Дело в том, что эта задача возникла из размышлений вот над этой картинкой. Это способ без теоремы Жордана, заметьте, я сейчас еще не доказывал это утверждение, это способ без теоремы Жордана доказать, что такие две линии обязательно встретятся. Договорились? Вот, хорошо. А теперь, что мы должны сделать дальше? Ребята, у нас дальше очень такая деятельность серьезная. Во-первых, я должен вам рассказать, вот, как эту задачу можно еще по-другому себе представить. И называется, это называется задача о вазах. Вот. Задача о вазах. Она была опубликована в учебнике Владимира Ильича Арнольда. И поскольку очень многие, это действительно замечательный, хороший учебник, многие люди его читали, то, соответственно, она так и, что называется, запомнилась всем. Вот. Дальше, кроме этой задачи о вазах, надо будет нам еще вот что сделать. Посмотреть, господа, нельзя ли работать с перестановками не для двух букв, а для трех букв. Посмотреть, нельзя ли, кроме букв А, Б, ввести еще букву В. Да? И еще одна задача здесь тоже интересна. Задача об альпинистах. Задача об альпинистах. Значит, господа, ну, сейчас уже там о медведе более-менее все забыли, но какое-то время был такой человек, которому там на какое-то время президент Путин доверил страну, чтобы потом вернуться и так далее. И представьте себе, что они решили побывать в твоем альпинисте.
или неважно какая, да, вот, они решили не вместе идти, а один с одной стороны, другой с другой стороны. Это полезно. Но потом вспомнили, что они же должны быть строго на одном уровне. И решили совершать свое восхождение, следя за тем, чтобы они были все время строго на одной высоте. Так, друзья, конечно, надо сказать, что такое у нас будет гора. Господа, давайте считать, что есть такой уровень моря, с которого они стартуют. Представьте себе, что Путин стартовал вот отсюда, а Медведев стартовал отсюда. Значит, гора – это график функции, состоящий из отрезков. Имеется самая высокая точка этого графика. Так, ну что-то у меня слишком близко здесь. Ну, например, так, ладно, ребята, я не рассчитал, немножко мне нужна, конечно, гора подлиннее. Так вот, давайте я вам покажу, как они в этой ситуации могут быть. А впрочем, давайте вы идете. Медведем будете. Вот, значит, итак, поехали. Поставьте палец. Вверх пошли. Идем. Стоп! Стоп, вы на том же уровне. Я пошел вниз, вы тоже. Вниз спускайтесь. Ниже еще немножко. Так, отлично. Я пополз вверх. Так, я пополз вниз. Спускайтесь вниз. Я пополз вверх. Понимаете, что? Ну, я не знаю, какая точка выше, это или это? Ваша. Мне кажется, что моя выше. Вот, поэтому, то есть, вы долезли до верха, а я еще не долез. Теперь вы спускаетесь, а я вместе с вами спускаюсь здесь. Так. Теперь я поднимаюсь, и вы поднимаетесь до этого уровня. Я спускаюсь. Да, вот сюда спустил. Сюда, до конца спускайтесь, пожалуйста. Вот, отлично. Теперь я поднимаюсь. Ой, интересно. Нет, дальше вам нельзя. Вы должны быть строго на одном уровне со мной. Следите за этим, пожалуйста. Ребята, я запутался. Что же мне дальше делать? Теперь здесь она. Извините, пожалуйста. Медведев должен ползти по другой. Да, вправо. То есть он должен ползти не влево, а вправо. Да, он должен назад. Так, выходи. Так, значит, давайте еще договоримся, какая вот это у нас выше, чем это, хорошо? Это у нас, будем считать, что выше, чем это. Договорились, так? Да. Так, отлично. Так, здесь у нас отрезок. Только когда ведете пальцем, постарайтесь мелко не стирать, потому что иначе гора стирается, а альпинисты так обычно не умеют. Так, хорошо, поехали. Ну, так, знаете, я пошел вниз, я тоже вниз. Вверх. Так. Нет, вот вы ниже, вот в этой точке, да. Я спускаюсь. Так, я пошел вверх. Да. Дальше вы вниз. Дальше вы куда? Вы вверх. Да. Я пошел вверх. Вверх. Вы дошли вот до этой точки. Да. Дальше мне куда? Вниз. Я пошел вниз сюда. Я вверх. Куда вы вверх? Я вот сюда. А я куда? А вы вот там. Хорошо, вверх. Я пошел туда. Дальше вы вниз. Я вниз. А зачем? А, теперь я туда, да? Да, теперь. Дошли. Дальше вниз и дальше опять наверх туда. Ура, мы победили. Все, наш тандем всех победил. Задача, докажите, что так будет для любой игры. Чего? Что так всегда нужно? Если у нас есть два альпиниста, один, значит, ползет слева, другой ползет справа, и все время строго на одном уровне, то они могут все-таки забраться на самую высокую точку горы, ну и дальше там, не знаю, что они там будут делать, но дальше они будут праздновать победу над горой. Итак,
такая вот задачка. Ну ладно, думаю, что через какое-то время вы сообразите. А я пока... нет, я здесь стираю. А я пока расскажу вторую обещанную задачу. Эта задача гораздо более знаменита, повторяю, чем задача об альпинистах. Называется «Задача о вазах». Задача о вазах. Представьте себе, что у нас были две деревни. Деревня А и деревня Б. Они были соединены двумя дорогами. Эти дороги могли пересекаться. Важно, что одна дорога вела из А в Б, а другая тоже вела из А в Б. И при этом нельзя было перескакивать с дороги на дорогу. А вот важно было, уж поехал по одной дороге, так поехал. Хорошо. Известно, что два путника, взявшись за веревку длиной 10 метров, один с одного конца, другой до другого конца, могли, начав движение в точке А, закончить движение в точке Б, не порвав веревку. Услышали условия? Не порвав веревку, можно пройти из пункта А в пункт Б. То есть мы считаем, что дороги в некотором смысле очень близко расположены друг к другу. То есть, конечно, они могут как-то там, но в принципе довольно близко. Задача. Докажите, что если один воз радиусом больше 5 метров выехал по первой дороге из пункта А в пункт Б, а другой воз радиусом тоже больше 5 метров выехал из пункта Б в пункт А, то они не смогут разъехаться. То есть обязательно они где-то столкнутся, и придется что-то делать с размерами. Замечательная совершенно задача, очень простая. Как вы понимаете, решение я вам уже рассказал. Ну, не мог не рассказать, да? Правда же? Просто надо подумать, почему я его уже рассказал. Значит, вот для вас, давно пришедшие, я расскажу. Значит, там просто задачи какие-то задавать. Имеются две деревни, А и Б. Два путника, взяв с собой веревку длиной 10 метров, могут начать путешествие в центре деревни А и закончить в центре деревни Б по этим дорогам, не порвав веревку. Понятно? Докажите, что если по первой дороге поехал воз радиусом больше 5 метров и из А в Б, а по второй дороге поехал тоже воз радиусом тоже больше 5 метров из Б в А, то они обязательно столкнутся. Не дадут им дождь проехать. Как бы они ни маневрировали. Надо понять, какое отношение задача о вазах имеет к вот этому квадрату. Господа, это легко на самом деле. Просто легко. Вы чуть-чуть не понимаете. Вообще, вот эта задача о вазах, это скорее не математическая задача, а нужно просто понять простую вещь. Увидеть связь двух ситуаций. Да, доказать, что у вас и встретится, да. Да, почему? А что такое дороги? Нет, дороги здесь не обязательно пересекаются. Ребята, то, что я нарисовал, что дороги пересекаются, вовсе не обязательно. Представьте себе, запросто могло быть так. Это
Кстати, дороги могли быть вообще в пространстве. Я не говорю, что дороги обязательно пересекаются. Можно же, они там могут дать друг другу. Максимальное расстояние между двумя дорогами это 10 метров. Да. А потому что. Они же могут маневрировать. Смотрите, одна там чуть проехала, другая отъехала. Они назад могут давать путь. Ход. Значит, непонятно. Они же радиус 10 метров. Да, даже больше. Сумма радиуса больше 10 метров. Но они обязаны встретиться, если расстояние между дорогами 10 метров. А что такое расстояние между дорогами? Понимаете? Я же очень точно сказал, два путника сумели пройти, они при этом должны были маневрировать. Я не уверен, что эти путники шли все время оба вперед. Они не обязательно шли все время вперед. Между прочим, вот маневры этих самых путников очень разумно вот показывать именно такой штукой. Понимаете, вперед-назад маневр по дороге. И задача про альпинистов, она имеет на самом деле самое прямое отношение к этой самой задаче. Задача про вазы. Но сейчас разговор не о том. Сейчас я хочу, чтобы вы увидели связь между этими двумя задачами. Я очень хочу, чтобы вы сообразили. Надо приспособить этот вот квадрат и то, что две линии пересекаются, к задаче о вазах. Ладно, давайте я все-таки... Может, пересечение электролинии и столкновение вазов? Деле, да. Только надо понять, что это за линия. Нет, это совсем не дорога. Я же говорю, что вы не понимаете. Это как господа, двигались волны. Это как... Господа, давайте договоримся вот о чем. Вот у нас есть вот эта дорога. Давайте мы ее просто во всю ее длину вот здесь вот нарисуем. Здесь напишем точка А, а здесь напишем точка Б. И вот эта вот моя дорога просто вытянуть будет полностью превращена в прямой отрезок, и здесь вот нарисована. Дальше. Вот эта дорога, то же самое, мы ее всю выпрямим, ну, вдоль нее проложим ниточку и выпрямим. Понятно? И это будет вот эта дорога. Кстати, никто не сказал, что они обязательно одной и той же длины. То есть это не обязательно квадрат, может получиться прямоугольник. Если длина одной дороги отличается от длины другой, то у нас получится просто прямоугольник. Абсолютно не страшно. Потому что согласитесь, что наша задача про пересечение была для прямоугольника верна точно так же, как для квадрата. Правильно? Замечательно. А теперь вопрос. Что же здесь отмечено? Очень просто. Когда один человек, представьте себе, два путника вышли из пункта А. Один прошел, не знаю, там, 13 метров по одной дороге, другой прошел, не знаю, там, 7 метров по другой, да? Тогда мы отмечаем точку с координатами 13, 7. Два числа задают на плоскости одну точку. Согласны? Mm-hmm. То есть одна точка задает положение обоих путников. Если вы знаете, что где-то там находится один путник и где-то там другой, то вы берете точку с соответствующими координатами. То есть ровно такое расстояние откладываете здесь, там такое расстояние откладываете здесь и рисуете точку. Поняли? С такими координатами. И при движении наших путников, как бы они там ни ходили, у нас просто будет некоторое то, что они сначала вышли, один идет по одной дороге, другой по другой, а изображающая их обоих точка движется отсюда из точки А. Согласны? Когда они пришли оба в точку Б, что это значит? Это значит, что и одного мы изображаем. Так, и другой прошел всю дорогу.
у нас изображающая их обоих точка, это будет противоположная вершина квадрата. Согласны? Отлично. А теперь посмотрим, как будет изображаться движение вазов. Представьте себе, что один воз вышел по этой дороге, а другой вышел по этой. Что это означает? Это означает, что соответствующая точка у нас на самом деле где? По вот этой жирной дороге у нас уже много пройдено, а по этой немного. Точка будет примерно здесь. Согласны? И наоборот. Когда у нас другой воз вышел, вышел он вот по этой, по нежирной дороге, то, смотрите, значит, как сказать, когда они поменялись, то мы попадем вот в эту точку. Ребята, я не знаю, как это понятно объяснить, но мне кажется, что любой из вас более-менее увидит. Значит, давайте, значит, представьте, вот эта точка, она чему соответствует? Потому что по большой дороге мы прошли много, а по маленькой дороге мы прошли мало. Понятно? То есть один путник здесь, а другой более-менее здесь. А если точечка у меня расположена вот здесь, то это значит наоборот, что по большой дороге прошли мало, а по изображенной нежирно прошли наоборот много. То есть два путника вот таких. Поняли идею? Отлично. А что же значит, что есть точка пересечения? Это значит, что обязательно есть такой замечательный момент, когда путники занимают в точности, оба, в точности те положения, которые занимают вазы. Правильно? Но расстояние между путниками было не больше 10 метров, потому что они не порвали веревочку. Между вазами должно быть больше. Значит, а между вазами должно быть больше. Значит, так не бывает. Поняли связь? Да? Вот, хорошо. Теперь давайте так. Значит, рассказывать о связи между альпинистами и этим я не буду. А вот решить задачу про альпинистов все-таки хочу. Решить задачу про альпинистов я все-таки хочу. Она решается очень легко. Индукции по количеству звеньев горы. Значит, база индукции. Когда всего два звена, одно слева, другое справа. Согласитесь, что проблем никаких, правда? Вот, значит, да? Есть у нас уровень моря, пик, один альпинист идет с этой стороны, другой с этой. Согласитесь, что без проблем они будут все время находиться на одном и том же уровне, правда? Вот. Значит, база индукции совершенно очевидна. Теперь, пожалуйста, индукционный переход. Пусть для всех гор там, с не очень большим количеством отрезков мы доказали, от одного до скольки отрезков доказали, посмотрим на гору со следующим количеством отрезков. Ну, как всегда в индукции, правильно? Вот. Вот посмотрим на такую гору. Что можно делать, господа? Вверх-вниз. Ну, не надо вверх-вниз. Во-первых, сначала они оба потихонечку поползут вверх. До какого момента они могут спокойно это делать? Нет. До тех пор, пока проходящая через них прямая не пересечется с этим. Ну, понимаете? Я просто объясняю. Мы будем как поднимать уровень океана. Ну, есть такое понятие, уровень моря, да? В географии. Там Москва, например, расположена, по-моему, над уровнем. 140, примерно. Вот Москва над уровнем моря. Вот. А бывают там значительно выше, чем Москва над уровнем моря, правильно? Вот бывают немножко ниже. Вот. Так вот, господа, если мы так будем потихонечку подтапливать, то, смотрите, дальше уже вот здесь затапливать нельзя. Потому что мы тогда здесь затопим, и гора разобьется на две компоненты, и уже никак не пролезет, да? Поэтому, на самом деле, нужно до некоторого места.
И давайте я эту картинку вам нарисую. Значит, представьте себе, что у нас есть, значит, наши два альпиниста. Есть пик, все замечательно. И вот представьте себе, в одном или в нескольких местах у нас впервые произошло подтопление. Понятно? Ну, то есть поднимали, и в какой-то момент уперлись в какую-то, может быть, несколько сразу, может быть, в одну. И вот давайте из всех этих точек возьмем самую левую. Ну, предположим, что она расположена левее, чем пик, да, вот здесь вот у нас пик, и возьмем самую левую. Разумно? Тогда что у нас реально будет? У нас реально будет здесь какая-то гора, да? И здесь гора. Нужно понять, что им делать. Это есть очень простое решение. Когда мы подняли, то в некотором смысле задача упростилась. У нас здесь как бы отдельная гора, и здесь тоже отдельная гора. Если бы мы сейчас с вами сумели перебросить его сюда, то после этого, по предположению индукции, потому что здесь меньше ребер, у нас часть ушла сюда, звеньев, то мы смогли бы их по этой горе поднять одновременно, так, чтобы они все время были на одной высоте. Вопрос только в том, как же нам его перебросить сюда, с тем, чтобы не помешать этому. Ответ, это очень просто. Надо взять самую высокую точку здесь, провести и взять самую правую точку пересечения. Поняли или нет? А дальше, господа, смотрите. Вот у нас есть вот этот кусок. Давайте его обозначим кусок номер один. У нас есть вот этот кусок. Догадайтесь, как я его обозначу. Вы молодцы. Сообразите. И у нас есть вот этот кусок, который будет... Правильно. Я беру и делаю новую гору. Она будет состоять из первой и третьей. Я беру, аккуратно посылаю, не знаю, там... группу работников, для президентов это легко, вот, они аккуратненько сносят кусок горы, там сносят кусок горы, и быстренько там во дворе дачи строят новую гору. Понятно? И счастливые наши путинские медведи полезли. На этой-то горке они справятся, правда? Она же маленькая, в ней меньше звеньев. Потому что часть звеньев здесь ушла. Вот. И замечательно. Чух-ч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 ух. Все, они создались, они оба здесь. А чему это будет соответствовать, эта тренировка? Ну, потом мы назад эту гору вернем на прежнее место. Вот, значит, вернем сюда. И уже натренированные, они полезут здесь. И они оказались вот здесь. Согласны? Да. Отлично. В этот момент мы им говорим, пожалуйста, вернитесь назад. Они вернулись. Выпиливаем гору номер два. Ну, кстати, легко, поскольку мы это уже отпиливали, то тут, в общем, отпиливать легче. Вот. Переворачиваем и делаем новую гору. Она состоит из двойки и тройки. И по ней. Путин с медведем смогут отсюда добраться. Очевидно? Ну все. Да, дальше по индукции, здесь гораздо меньше. Решил задачу прорвал? Вот, ну совершенно замечательно. Такая милая задача на индукцию. Вот. Ну, подумайте. Кстати, это не просто. Это не так просто объяснять. Причем, подождите, это даже именно скорее не просто объяснять. Понять-то это гораздо легче, чем объяснить точно на словах
другому человеку понять, как можно было использовать задачу про альпинистов для решения вот той вот задачи про вазы. Вот. Но меня сейчас гораздо больше интересует другое. Не то, как одну решенную нами задачу из другой решенной задачи вывести. Это тоже, конечно, интересно, но не настолько. А меня гораздо больше интересует, какое же на самом деле значение имеют вот это вот равенство АБА равняется БАБ. Нельзя ли разобраться с перестановками, у которых не три числа представляются 1, 2, 3, а 4, 1, 2, 3, 4. Оказывается, можно. Значит, господа, я сейчас пишу следующее. Буква А переставляет местами единицу и двойку, а все остальное оставляет на месте. Согласны? Буква Б меняет местами двойку с тройкой. Буква В. Догадайтесь, что поменять местами? Тройку и единицу. Тройку и четверку, конечно. Тройку и четверку. Так, а буква Г? Четверка. Ребята, это простая идея была в математике придумана довольно поздно, как ни странно. Но как только ее придумали, так огромное количество математических работ по этому поводу сразу появилось. И я должен сказать, что на самом деле вот эта вот задача имеет отношение к фамилии великого человека. Группа Кос-Артина. Я сейчас скажу, что такое коса. Значит, коса, ну, например, на четырех нитях. Это вот такая вот штука. Так, единственное, она должна все время идти вниз. То есть подниматься эта линия не может. Все время должна спускаться. Вот. Представьте себе, например, вот так, вот там она проходит под. Ну, здесь она, давайте скажем, здесь она пройдет над. Здесь она пройдет тоже над. Идею поняли? Вот, и, например, здесь. Скажем, здесь прошла под. Так, под или над, это, собственно, как положу, так и будет. То есть здесь надо понимать, что любое такое образование является косой. Так, куда мне еще надо пройти? Так. Так, достаточно убедительно? Да. Вот, оказывается, что вот это вот уравнение, это одно из важнейших уравнений, какое вообще есть в математике. Он кажется таким абсолютно детским, но количество научных работ, которые написаны по этому поводу, просто огромное. И еще будет написано. Потому что выяснилось, что это уравнение отвечает за очень простую одну штуку. Значит, я все-таки думаю, что сейчас нужно это нарисовать. Значит, господа, представьте себе, что буква А это вот такая вот коса.
начинается в единице, заканчивается в двойке и проходит в код. Понятно? Буква Б. Это вот такая коса. Начинается в двойке и в тройке. И буква В, как вы уже поняли, это... Нет, здесь один, здесь два. Здесь у нас с вами что будет? А? Здесь у нас будет... Нет, не три. Вот где делать? Здесь будет два, здесь будет три. Так, и, наконец, В начинается в тройке, да? И заканчивается... Так, но я, на самом деле, должен сказать, что немножко хулиганил. Потому что, конечно же, В это не просто так. Тут есть еще и просто ниточка, которая начинается в единице и заканчивается в единице. И уж если мы решили рассматривать на четырех числах, то есть А, Б, В, да, то, конечно, здесь еще есть начинающиеся в четверке и заканчивающиеся в четверке. Только вот эта вот единая эта штука, это есть коса В. Поняли? Так вот, я сейчас постараюсь нарисовать вам А, Б, А и Б, А, Б. И вы чудесным образом увидите, что на самом деле это одно и то же. На самом деле есть, когда-нибудь вам стоит обязательно это показать или сами посмотреть, нарисованные по этому поводу рисунки Панова, там все то же самое, нарисовано очень красиво и, что называется, в виде мультиков, так что там все без всяких пояснений, понятно. Значит, итак, вот это вот будет А, Б, А, и рядышком потом я нарисую то же самое Б, Б. Значит, итак, что такое А? А – это, господа, вот так вот, правильно? Нужно здесь то же самое рисовать. Здесь вот. Так, что такое у нас с вами Б? Б – это здесь вот идет так, а здесь идет под. Договорились? Так, дальше здесь вот так, здесь так и здесь так. Отлично. Три нити. Заметьте, четверка не по делу, потому что четверка будет просто вертикальная нить. Уж просто если мы рассматриваем сейчас А, Б, В, то она нужна. А когда просто перемножаем А, Б, А и проверяем, что это равно Б, А, Б, то естественно, что четверка нам уже и не нужна. Так, сейчас рисую, что такое Б, А, Б. Ровно в том же стиле. Ну, это я сразу рисую с четверкой. Значит, 1, 2, 3, 4, это понятно. Теперь Б. Легко. Так, это Б. Теперь я рисую вам А. И я еще раз должен нарисовать Б. Так, ну и здесь так, здесь так и здесь так. Ребята, пожалуйста, посмотрите, что здесь произошло. Вот эта вот нить, которая идет, первая нить, она проходит над обеими. Согласны? Только проходит по-разному. В одном случае... Точка пересечения второй и третьей нити расположена ниже, а здесь точка пересечения расположена выше. Понятно? Чему это соответствует? Тому, что вот эта веревочка просто-напросто взяла и прошла здесь. Мы ее, она над всем расположена, мы ее легко можем здесь вот пропустить. И с остальным все в порядке. Она над... этими нитками. Поэтому, если себе представлять, что это действительно настоящие волосы, да, то просто один волосик передвинули, и действительно АБА равняется БАБ. Вот интересный вопрос, между прочим. АА равняется тому, чтобы ничего не делать?
любой, кто хоть когда-нибудь что-нибудь завинчивал, закручивал, скажет что-нибудь. Потому что что такое АА? Вот смотрите, значит, у нас имеются наши точки, да? А это вот так вот, и АА это вот так вот. Понимаете? Это вот ушла вниз. Поэтому очевидно, что АА это не то же самое, что ничего не делать. То есть соотношение вот именно такое. Как только вы накладываете соотношение, что АА это то же самое, что ничего не делать, и ББ то же самое, что ничего не делать, вы получаете группу перестановок. Группа кос бесконечная, там А и так далее, А в любой степени, все разные элементы. Сколько раз накручивать, от этого важно, это зависит. А группа перестановок, наоборот, конечная. Так, между прочим, мы все-таки сейчас выпишем для трех букв соответствующее равенство и поймем, что имеем дело действительно с группой перестановок на четырех элементах. Значит, равенства такие. Господа, самое главное. АБА это БАБ. Дальше. БВБ это ВБВ. Ну, потому что АБА это про числа 1, 2, 3, как переставлять, а вот это как переставлять 2, 3, 4. То же самое. Дальше. АА. Сейчас. АА. Это то же самое, что ББ, то же самое, что ВВ, то же самое, что ничего не делать. Отлично. И еще такое замечательное соотношение. АВ это ВА. Объясняю почему. Что такое А? Это коса, которая переплетает нити, идущие из единицы и двойки. Что такое В? Она переплетает из тройки и из четверки. Так вы можете что выше поднять, что ниже, это все равно. Поэтому АВ и ВА это безусловно одно и то же, потому что они действуют на независимые ниточки. А у нас, если в термин перестановок, А переставляет единицу и двойку, а В переставляет тройку и четверку. Так вот, оказывается, что если у нас есть вот такая система соотношений, то разных по смыслу слов в точности 24 штуки. Помните, когда мы сегодня начинали заниматься этой темой, нам было трудно доказывать, что 6 слов разные по смыслу. Но очень легко было объяснять, что больше, чем 6 не бывает. Потому что мы тогда, помните, выписывали просто пустое слово А, Б, А, Б, Б, А, А, Б. Помните? Так вот, сейчас ситуация резко изменилась. Нам сейчас будет, хотя не сложно, но и все-таки не так уж просто, доказывать, что слов не больше, чем 24. Но зато мы уже легко можем сразу сказать, почему их не меньше, чем 24. Не меньше, чем 24, потому что, когда у вас есть 4 предмета, разрешено переставлять между собой первый, второй, второй, третий или третий, четвертый, то понятно, что вы можете сделать любую перестановку. Согласны? Вот перед вами лежат 4 предмета, и любые 2 соседних можно переставлять. Понятно, что как хочешь, так переставлю. А переставлять 4 элемента можно 24 способами. Поэтому мы уже знаем, что их будет не меньше, чем 24. А вот сейчас надо сделать очень простую вещь. Просто взять и начать выписывать всевозможные слова из букв АБВ. Разрешите, я это буду делать по несколько системе. Система будет такая. Единственное, я немножко неправильно. Ну ладно, я начну, а потом это задум. Значит, итак, сначала у меня имеется пустое слово. Согласитесь, что это вещь абсолютно естественная, да?
Дальше. Однобуквенные слова. Бывают такие. Бывает А, бывает Б, бывает В. Как видите, их три штуки. Какие бывают двухбуквенные слова? АА неинтересно, потому что АА это то же самое, что ничего не писать. Бывает АБ, АВ. Разумно? БВ. Совершенно верно. Бывает БВ. БА. Бывает БА. И бывает ВБ. Правильно. Именно ВП. ВА это то же самое, что АВ. Так, их, как вы видите, 5 штук. Вот теперь я, ребята, не очень полагаясь на вас, я сделаю следующее. Я каждое из этих слов утрою, а потом лишнее сотру. Поехали. АБА. А, Б, Б, А, Б, В. А, В, А, А, В, Б, А, В, В. Б, В, А, Б, В, Б, Б, В, В. Поняли идею? Б, А, А. Можно мы за этим словом поставляем букву А, букву Б, букву В. Конечно, конечно. Просто дальше я буду делать так же, но быстрее. Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас мысли поняли до конца. Значит, господа, смотрите, очевидно, что А, Б, Б писать глупо. Потому что это то же самое, что А уже написано. Значит, я это стираю. А, В, В тоже глупо. Совершенно верно. А, В, В писать тоже глупо. Б, В, В. Б, В, В. Что это? Б, А, А писать глупо. В, Б, Б. В, Б, Б. Где? Б, А, В. Сам внизу? Последний. Второе. Предпоследний. Нет, кстати, и последний тоже. И Б, и В, Б, Б писать плохо, это предпоследнее. И В, Б, В писать тоже плохо. Потому что В, Б, В это Б, Б, Б. А Б, Б, Б уже был. Понятно? Да. Отлично, значит, это я стираю. Тогда Б, Б. Теперь давайте еще посмотрим. Смотрите, Б, А, Б. Б, А, Б. Это то же самое, что А, Б, А. Это было уже. Дальше. Так, А, Б, А это нам нужно. А, Б, В нужно. А, В, А. Ребят, буква А коммутирует. Когда нужно менять, говорят, коммутирует. Поэтому мы перестанем. А, это то же самое, что не писать, получится А. Оно у нас уже было. Значит, стираю. Так, А, В, Б нужно? Угу. Нужно. Б, В, А. В и А представляются, хотя по сути ничего не меняется. Надо стирать либо это, либо предпоследнее. Кстати, у меня такая проблема, господа. Я вот здесь вот написал неправильно. Понимаете, да? Надо было по алфавиту, надо было писать Б, А выше, чем... Может, я поменяю? Здесь надо было написать Б, А. А здесь надо было написать БВ. Что-то я в запальчивости. Вот. Так, теперь смотрите. Конечно, надо стирать вот это. Я же пытаюсь, чтобы у меня все было по алфавиту. Поэтому надо Б, А, В написать здесь. Понятно, да? Б, А, В вместо того слова. Хорошо. Б, В, Б мне надо. В, Б, А тоже надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть слов. Слушайте. Одно, три, пять, шесть. Чревато, да? Или как? Давайте посмотрим. Сюда А приписать можно? А что еще написать? Бессмысленно, правильно? Б приписать можно? Получается, можно поменять и тогда... Можно поменять и взорвется. В приписать можно? Да. В приписать можно. Поэтому получается так. А, Б. А, В. А, В. Ой, слушайте, а можно считать, что вы все это уже запомнили, да? Да. Давайте, я поверю, что вы это запомнили. Это просто. Вот. И, соответственно, я продолжу просто здесь. Итак, А, Б, А, В. Отлично.
приписываю сюда. Если я приписываю А, то она перепрыгнет и получится то, что у нас было. Если приписываю Б, все нормально. А, Б, В, В. Приписываю В. Получится ВВ взорвется, получится А. Так, плохо. Перейдем сюда. Приписываю А. Что у нас будет? Все нормально. Нормально. А, В, В, А. Приписываю Б, взорвется. Нет. Приписываю В. Взорвется. Можно будет поменять на ВВВ, да? А это у нас уже было. Значит, реально доказано, что у вас было. Так, приписываю А. Его можно будет поменять с В и взорвется. Приписываю Б. Нормально. Б, А, В, Б. Так, В нельзя приписывать, все помнят. Приписываю А. Нормально. Б, В, А. Б, В, Б. А. Приписываю Б нельзя. Приписываю В. Помните, да? Б, В, Б. И плохо будет. Так, теперь сюда А приписывать нельзя, Б приписывать нельзя, потому что заменим на А, Б, А. Что? А не, и В нельзя, что нельзя. Так, сейчас, В, А, В, А у нас было? Кстати, я что-то не помню. А, нет, Б, А, В, А нельзя. Нельзя, да? Так. Попробуй приписать В, но тогда произойдет и подмена, и это будет... Сейчас, В... ребят, я... По-моему, ничего нельзя. Да, нельзя. Сейчас, А нельзя точно. Б, если напишем, то можно будет заменить на А, Б, А, а потом В переменится. Вот. И, наконец, В тоже. Да, все, нельзя. 1, 3, 5, 6. Запишу. 1, 3, 5, 6. А теперь сколько опять? Опять 5. Сколько я ожидаю? 2. Догадайтесь, что это будет? Нет. Ожидаю тебя 24, да. Ожидаю тебя 24. Очень хочется, чтобы было так. Посмотрим. Посмотрим. Нам недолго осталось. Значит, итак, приписываем букву А. Нормально. А нет, ненормально. Через букву В она взорвется. Ненормально. А букву В? А букву В можно. А, Б, А, В. Б. Так. А букву В нельзя. Все. Теперь сюда. Приписываю А. Все замечательно. А, Б, В, Б, А. В нельзя и В нельзя. В нельзя, потому что здесь прореагирует. Так, сюда А нельзя. Б сюда нельзя, потому что будет А, Б, А. Подмена и бубух. И бубух, да. И В нельзя тоже. Все, сюда ничего нельзя. Сюда. А, по-моему, лучше даже можно. Б, А, В, Б, А. Б нельзя, потому что зовется в конце. В нельзя, потому что вот это вот реагирует, станет Б, и потом еще реагирует. Вот. Теперь здесь А нельзя. Б нельзя, потому что здесь можно будет заменить. И В нельзя, потому что перенесется, и здесь можно будет. Господа, обещанные три штуки получились. И одна. Да, теперь одна. А, Б, А, В, Б, А. Так, Б сюда нельзя, В сюда тоже видно, что нельзя, потому что реакция будет. Так, сюда А нельзя, Б сюда нельзя, реакция будет. В сюда нельзя, перенесется, реакция будет. Сюда А нельзя, Б сюда нельзя, иначе реакция будет. И В нельзя, перенесется, реакция будет. Отлично. Все, как обещали, так получилось. Сейчас уже не три минуты, но если вы то же самое сделаете, добавив букву Г, и принцип такой, для двух соседних букв алфавита соотношение вот это вот хитрое, А, Б, А равняется Б, А, Б. А две любые не соседние группы, нет, любые две не соседние буквы, они просто коммутируют. То есть А, В это В, А, А, Г это то же самое, что Г, А, Б, Г это то же самое, что Г, Б. Вот. Так вот оказывается, что там будут уже перестановки на пяти элементах. И доказательства довольно-таки несложно провести. При этом не нужно выписывать все эти слова.
А нужно, на самом деле, подумать, как это сказать четко. Ну, как... Заметьте, что, ребят, здесь у нас буква «В» ни разу не была в слове два раза. Не так ли? Где-нибудь есть, чтобы она встречалась дважды? Нет. Нет. Так вот, понимаете, что с буквой «Г» будет так же? Можно доказать, что любое слово... Да, и еще, знаете, что интересно? Что у нас идет здесь после буквы «В»? Бывает, что у нас просто буквы «В» нет, да? Бывает, что у нас буква «В» одна. Бывает «ВБ». Бывает «ВБА». Согласны? Хвостики, они такие. Либо нет вообще буквы «В», то есть только из букв «А» и «Б». Либо на хвостике стоит «В», либо «ВБ», либо «ВБА». Догадайтесь, что нужно будет доказывать про букву «Г». Что либо ее нету, и таких слов 24 штуки. Либо только буквы «Г», либо «ГВ», либо «ГВБ», либо «ГВБА». Так вот, оказывается, что, если внимательно посмотреть, то действительно все это оказывается. И так для любого количества букв. То есть мы сегодня познакомились с тем, как при помощи образующих и соотношений задать группу перестановок. Оказывается, что для задания группы перестановок на n элементах достаточно n минус одного образующего. Ну вот при нашей системе, там, конечно, есть и другие разные системы, там иногда даже есть. Достаточно n минус одной образующей, и соотношение на них крайне естественное. А именно, каждое образующее в квадрате, это то же самое, что ничего не делать, так называемый единичный элемент группы. Соседние подчиняются правилу АБА равняется БАБ, а не соседние просто между собой перестановочные. Поняли?